Продолжаем наш цикл «Рерихское наследие музеев и собраний мира». Сегодня мы с вами попадаем за пределы России, на Северный Кавказ, точнее уже за Кавказе, это и Армения. И я хотел бы вам рассказать о том, что известно о Рериховском наследии в музеях Еревана. Речь идет пока только о двух музеях, сегодня мы будем только их вспоминать. И первый музей – это Национальная галерея Армении. Вот вы видите заставку на экране этого музея. Замечательно расположено в самом центре Еревана. Шикарное дворцовое здание, большой музейный комплекс. И вот в этом главном музее изобразительных искусств Армении, основанном в 21 году, вы видите, имеется как минимум 4 произведения с авторством Николая Рериха. В настоящее время вот этот музей является частью комплекса на площади Республики в Ереване. И здесь представлена, наверное, самая крупная за пределами России коллекция известного художника Айвазовского. Как вы знаете, он армянин по национальности, и его очень почитают в Армении. И, соответственно, стремятся собирать его наследие. И если говорить о связях Рериха и Айвазовского, то мы в этом году неожиданно для себя обратили на них внимание, когда посещали в Феодосии картину галереи Айвазовского. Разговаривая с директором, я вспомнил, что в дневниках Николая Ксенича есть упоминание о том, что однажды Айвазовский пришел в мастерскую Куинч и спросил о сказочнике. Где ваш сказочник? А сказочник был молодой начинающий художник Николай Ксенович Рерих. Так что какие-то контакты были. А в дальнейшем эти контакты еще укреплялись тем, что в мастерской Куринджи был художник Латрий, его внук. Так интересно, переплелись судьбы. Куринджи учился, можно сказать, под эгидой Айвазовского. Ну, не совсем прямо у него, но в его мастерской, в общем смысле этого слова. Он тоже уроженец Крыма. И так он как бы отплатил добро своему патрону в юности, Айвазовскому, приняв его внука к себе в ученицу. А уже Латрий был другом и соучеником Рериха. У него была своя усадьба в Крыму, которую ему купил дедушка. Дедушка был сказочно богат, не только как художник, одарен богатым, но и материально был очень обеспеченным человеком. Вот такая интересная связь. Поэтому вот когда приходишь в эту галерею, конечно, все тут прежде всего пропитано духом Айвазовского, его наследием. Но у нас тоже есть что вставить в это маленькое, нашу маленькую ниточку, в это полотно, связанное с Айвазовским. Вообще в этой галерее, конкретно в Армении, хранится свыше 35 тысяч единиц фонда западноевропейской живописи, русской живописи, национальной живописи армянской. Она очень интересная. И вот фонд западноевропейского отдела конкретно располагает 350 полотен у него и рисунков. Здесь хранятся, вот вы видите на экране, 4 произведения, которые можно отнести и к монументальному искусству, и к театрально-декорационному. И одно из этих произведений, наверное, является одной из самых масштабных полотен русского периода. Это картина «Путь великанов». Но обо всем мы скажем поподробнее, постепенно. Вот первое произведение – это «Долина Роны». Одна из ранних работ, посвященных горам. Вообще, Рерих обратился к горам вот примерно в это время, когда он впервые путешествовал по Италии и Швейцарии. Один из этюдов хранится у нас в музее, который мы получили из собрания Виталия Ивановича Петрова. А вот эта работа 43 на 80 сантиметров, довольно-таки большая, холст темперопастель, хранится в Национальной галерее Армении. Долгое время этот эскиз, точнее это произведение, считалось эскизом театральным для драмы и Генриха Ипсена «Пергюнд» на сцене Московского художественного театра. Но вот это представление было опровергнуто Еленой Катериной Якулевой в ее статьях. Первоначально этот эскиз находился в собрании Аркадия Вениаминовича Романова.
Мы еще говорили, мы уже говорили о нем и еще поговорим в следующих наших лекциях в другом цикле, биографическом. Но здесь мы только это отметим. Нужно сказать, что вот Елена Пантелеевна Яковлевна, она мне очень консультировалась вот, при подготовке этой лекции, других, и много сведений именно от нее я подчеркнул. Ну а вот это замечательное изображение, которое видите на экране, я с благодарностью демонстрирую и хочу поблагодарить Международный центр духовной культуры в Самаре, которые проделали огромную работу по каталогизации наследия и съемки картин, труднодоступным для отечественного зрителя местах. Ереван, к сожалению, сейчас является достаточно труднодоступным для нас местом. Итак, вот перед вами «Долина Огонь». Можно вспомнить, что писал об этом периоде, об этом цикле произведений Сергей Эрнст. Замечательный искусствовед, замечательный деятель культуры, какой-то время даже был директором Эрмитажа. Вот вы видите портрет его в правом нижнем углу Зинаиды Серебряковой из собрания музея изобразительных искусств имени Пушкина. Вот этот человек написал, я тут зачитаю, из его монографии, которая издана была в 18 году, а сами эти строки он писал в 16 году. Весной 6 года художник отправляется в путешествие по Италии. С апреля по сентябрь прошел он величайший итальянский путь. Милан, Генуя, Павия, Пиза, Сен-Джиминьяно, Сиена, Рим, Ассизи, Перуджия, Флоренция, Болонья, Равенна, Верона, Венеция и Падуя предстали величавой плеядой перед взором северного мастера. Как в 1903 году ему открылась нетленная красота русской родной древности, так в 1906 году ему предстала вся слава чужой земли, земли царицы мира. Примечательен тот выбор, те пристрастия, что вынес Рерих из путешествия. Его пленила историческая, нетронутая прелесть архитектурных ансамблей и звучащая среди них жизни Сан-Джиминьяно и Сиены, печальный покой Пизы, где вечерние зеленые травы тонкой сеткой покрывают старые мраморы, широкие горизонты Перуджи, как широки северные воздушные долины. И странное, спутанное впечатление принес Рим. Не верило и не трепетало сердце среди марева его видений. Из чисто живописных богатств художнику полюбились умиленные и утонченные мечтания сиенских живописцев, цветистый праздник предцев Беноццо Гоццоли, и прошли мимо незадет мастера Золотого века и искусники из Болонии. После Италии несколько недель Рерих провел в Швейцарии среди великих горных кряжей в окружении сильных явлений природы, столь созвучащим его художническим переживанием. Памятником этого путешествия в творении мастера остались написаны тогда этюды «Горы», «Долина Воны», «Шамане», «Шамасер», «Красные горы», «Сан-Джиминьяно». Очень важные по их колористическим заданиям полные, пламенные, зеленые, синие, желтые и красные колера, сопоставленные с истинной дерзостью, трепещущим восторгом первоначального природного цвета, вводят нас в следующий период творчества художника, который можно назвать колористическим по преимуществу. Ибо с этих пор живопись особенно привлекает внимание Рериха. Красочный наряд определяет всю структуру, даже сюжет полотна. И художник создает картины исключительно по колористической новизне и удаче, оставляющей далеко позади достижения прошлых лет. Вот действительно, горы, опять же, помогли, горы и итальянская культура помогли Рериху ступить на новую дорогу. И вот эта дорога перед вами. В левом нижнем углу этого этюда есть его автограф. Второе произведение, которое я хочу вам представить, это эскиз костюма к первому акту балета Игоря Федоровича Стравинского «Весна священная» в антрепризе Дягилева. Щеголиха. Вот здесь в левом нижнем углу есть об этом надпись и указано, что это именно первый акт. Это было создано в 12 году. Бумага на картоне, темпера, белила, графитный карандаш. Этот эскиз был известен в черно-белом варианте публикации Елены Пантелеевны Яковлевны и предыдущих изданий. Здесь я вам показываю в свете. Опять же, благодаря содействию сотрудников Международного
Центра духовной культуры города Самара, которые осуществили масштабную съемку практически по всему миру на Средней Америке. О балете мы знаем, мы о нем говорили, у нас были выставки, посвященные балету Игоря Стравинского. Это так называемая картина языческой Руси в двух частях. Премьера состоялась 29 мая 2013 года в Театре Елисейских полей в Париже. Автор либретто Рей Стравинский, режиссер Григорьев, дирижер Монтёв, хореограф Нежинский. Здесь обращаю внимание на тщательность проработки деталей костюма Рейка. Он очень хорошо представлял орнамент. Он знал также костюм и даже, можно сказать, традиции определенные. И представлял, как, например, заплетали косы. И почему их было, какое число у этих кос, у девушек, у щеголей. Все это не случайно, все это продумано. И то, что на голове, и то, что покрывало уши, и на груди, все это было осознанным художником. Вот этот эскиз, он первоначально принадлежал Светлову и репродуцировался в «Солнце России» и в монографии Ростислава. Под названием в первом случае костюм щеголихи, во втором рисунок костюма для постановки «Весна священа». Я постоянно пользуюсь вот этим вот изданием, которое замечательно составил Андрей Петрович Соболев. Это произведение Рериха в разных изданиях за 26 лет. Он составил такой иллюстрированный каталог и вывел во всех изданиях, журналах, книгах, до революции, даже чуть позже, до 20-го года. И выяснилось, что вот это произведение уже было хорошо известно, но в основном оно было известно в черно-белом исполнении. Итак, первоначально принадлежало вот этому Валериану Яковлевичу Светлову. Настоящее имя и фамилия Валериан Ивченко. Годы жизни 1860-1934. Это известный русский литератор, балетовед и историк балета, театральный критик, драматург, либреттист. Вот вы видите его фотографию, опубликованную в период Первой мировой войны. Здесь он в мундире ротмистр Ингушского конного полка Кавказской туземной дивизии, вступивших добровольцем в ряды действующей армии. Он провел вот в этом состоянии несколько лет и даже участвовал на стороне белого движения в гражданской войне и был вынужден эмигрировать, естественно, после поражения белого воинства в Париж. Вот что известно о нем вообще? Он с середины 90-х годов 19 века начал писать о балете. Хотя, в общем-то, странно, да? Служил в кавалерии, был дворянином, но заинтересованным был к искусству человеком. И занялся вот еще литературной деятельностью. Написал несколько романов, повести и увлекся балетом. Он во многих газетах печатал различные очерки. Вот в дальнейшем эти очерки собрал в книгу, которая стала просто настольным для всех историков балета. Не будучи профессиональным искусствоведом, он оказался очень глубоким знатоком этого искусства. Вот эта книга «Современный балет», издана при непосредственном участии Льва Пакста, тут написано, в 1911 году. И на страницах этого издания Светлов дает самую высокую оценку театральной деятельности Рериха, кстати говоря. Ну вот что еще можно узнать о нем из общеизвестных источников? Он также стал, после того, как, ну, как бы насытился изучением балета и критикой балета, он захотел участвовать в создании балета. И он написал несколько либретто. Вот, например, написал либретто балета «Принц-садовник» по сказке Андерсена на музыку Давидова, поставлена Клавдией Куличевской в Петербургском театральном училище в 1906 году и в Малинском театре в 1907 году. Также на сюжет сказки собственного сочинения, его сочинения «Ангелы из Фиезоли» балетмейстер Михаил Фокин поставил одноактный балет «Эрос» в Мариинском театре в 15 году. Вот эти имена и Давидов, и Фокин, это все имена из окружения, из, можно сказать, театральной работы Николая Константиновича Рерих.
Он был активным сторонником творчества Исидоры Дункан. Тут сразу вспоминается также Степан Митусов, основатель, можно сказать, нашего музея, отличный отец Людмилы Митусовой, основательница нашего музея, который рванулся на гастроли Исидоры Дункан в Берлин в свое время. И об этом Рерих пишет супруге своей. То есть вот этот человек, скорее всего, был тоже из этого же круга, был знаком и с Рерихом, и с Митусовым, несомненно, и иначе, и не просто знаком, а как-то был с ними в общении, в каком-то сотворчестве. Иначе ничем не объяснить, почему так вот здорово и понятно он написал о Рерихе в своей книге. Также он участвовал в организации русских сезонов 9-го года в Париже. А, как известно, в этом 9-м году в Париже выходили декорации Рериха, «Князь Игорь» и другие замечательные произведения уже других художников, но опять же имя Рериха звучало. Он входил в состав так называемого комитета при Сергее Дягилеве. То есть был очень влиятельным, по-своему компетентным человеком. Все, что он сделал, и как театральный деятель, и как военный, и ушедший уже в возрасте, да, непризывном возрасте, ему было под 60, когда он... Ну, 55 лет, когда он опять ушел добровольцем на фронт. Все это было отмечено, он был награжден 4 орденами, в том числе орденом Святого Владимира 4 степени. И был очень активным человеком. Когда ему исполнилось уже 56 лет, он женился на известной балерине Мариинского театра Вере Трифиловой. В 17 году они эмигрировали после известных событий и обосновались в Париже, где Вера Александровна Трифилова открыла свою балетную школу. Он продолжал работать как искусствовед, критик, публиковал статьи о русском балете, об артистах, уже в эмиграции, но с точки зрения защиты классических позиций. В эти годы вышли несколько его трудов, и интересно, что Пабло Пикассо пригласил его на свадьбу свою с Ольгой Хохловой, кстати, родственницей хозяина этого дома, Михаила Петровича Боркина, в качестве свидетеля. Вот такая интересная судьба. И вот у него находился один из эскизов «Весны священной Шиколита», который сейчас в Ереване. Замечательно. Видите, нельзя не вспомнить о нем. Третье произведение, которое хранится в Национальном галерея Армении, это эскиз панно для Казанского вокзала в Москве «Взятие Казани». Мы уточнили во время подготовки выставки Рериховский век в 2010 году и название этого произведения, и да, это бумага темпера 83 на 78 сантиметров. Вот так выглядела публикация этого произведения в каталоге выставки «Рериховский век». Мы все время обращаемся к этому изданию. Все время мы обращаемся к этой выставке, она собрала около 100 экспонентов, тысячи произведений и предметов разного вида. И вот здесь нам удалось кое-что уточнить. Например, название картины, точнее эскиза, панно для Казанского вокзала, мы уточнили по списку Александра Павловича Иванова, или Ивана, лучше говорить, который составил его в 2015 году. И он именно так его назвал. А называл он потому, потому что его Рерих так говорил. Этот список самый аутентичный, самый точный. Он хранится в отделе рукописи Государственного русского музея. Ну, конечно, нужно сравнивать с другими прижизненными списками. Есть еще список монографий под редакцией Левицкого, Рерих 16-го года. Есть список монографий Эрнста, который тоже правил Рерих. Ну, вот это название авторское. Само панно, то есть панно для вокзала, оно должно было несколько десятков квадратных метров быть. Оно не сохранилось. И оно было закончено художником осенью 2013 года. На обороте есть неавторская надпись с датой 2014 год. Вот так выглядела эта картина, когда она приехала к нам из Еревана. Рабочая съемка при поступлении на выставку. И вот такие надписи на обороте. Ну, вот любой специалист, который знает наследие Рериха, заметит, что эти надписи ничего общего с его рукой не имеют. Это сделано в позднее время, и наклейки были
позднее время сделан. Соответственно, датирует по этой надписи работу, нет оснований. Значит, Левицкий упоминает в своей монографии 16-й год два эскиза планового под 14-м годом. Один эскиз в собрании правления Московско-Казанской железной дороги, естественно, другой в собрании Тиксона. Аналогично упоминает и Эрес, с единственным отличием, которое состоит в том, что второй эскиз, по его данным, принадлежал Белоцветову из Санкт-Петербурга, известному банкиру и горнопромышленнику. В музей также датируется 14-м годом. Но мы датируем по списку Александра Павловича, Петровича Иванова. Интересно, что Гедони называет данное произведение эскизом фрески в 15-м году. Тоже интересно. Возможно, были варианты различного дальнейшего развития этого панно. Либо как фрески для какого-то храма, либо, как уже известно, должно оно было быть выполнено в Казанском вокзале. Об этом мы тоже пишем очень подробно в каталоге выставки Рейхоскивей. Все это происходило по инициативе друга Рейха Алексея Викторовича Щусева, который был главным архитектором постройки Казанского вокзала. Сейчас можно только, гуляя по Казанскому вокзалу в Москве с горечью, наблюдать, что практически ни одно панно, которое по его инициативе было заказано, не было реализовано на плоскости. А огромное там пространство. Почему? Потому что просто после того, как началась Первая мировая война, не успели достроить этот вокзал. Этот вокзал, кстати, достраивали уже при нашей с вами жизни. Его закончили в начале 21 века. И перекрытие, и различные объемы были доделаны. То есть, можно сказать, его почти 100 лет строили. Вот по тому проекту, который Алексей Викторович Щусев предложил. И, конечно, не до конца, не все удалось сделать, но прежде всего, что мы сделали, это не сделали художественное братство. На этом сэкономили. Не до этого было. А вот друг Рейха и других деятелей Серебряного века, Алексей Михайлович Ремезов, посвятил этому произведению одно из своих сочинений. Небольшой такой отрывок под названием «Покорение Казани». Собственно, от этого, наверное, идет второе известное название этого произведения – «Покорение Казани». Но Николай Константинович слово «покорение» не использовал в создании этого произведения. «Взятие Казани» – это другое слово. Поэтому вот надо это тоже учитывать. Очень важный нюанс. И вот вышло это произведение, Ремезовский фрагмент, вот в этой книге, подлинной, у меня в руках, которую нам передал дар Дмитрий Николаевич Попов, главный хранитель музея Рейха в Нью-Йорке сейчас. И вот я сейчас вам зачитаю. Датируется этот фрагмент 14-м годом. То есть Алексей Михайлович Ремезов написал целый ряд таких коротких стихотворений в прозе или орнаментальной прозы, фрагментов орнаментальной прозы, написал и посвятил их Рейху. «Покорение Казани. Вижу три свечи на родной земле. Первая свеча нескорая в подземелье у лютого черного пороха. Грозная за Святую Русь и Москву сожгла. Эй, подкопщики, зажигальщики, ваш час настал! Воску ярого свеча затеплилась, а вторая свеча скорая в чистом поле в красном шатре перед Спасом заступающим. Помилуй нас! Третья свеча — страстной огонь в сердце Святой Руси перед Софией премудростью, милосердной, скорбеющей за весь мир. За Святую Русь помилуй нас!» 14-й год. Вот такие ассоциации вызывало это произведение Ремезова, поэтому неудивительно, что Гедони назвал это эскизом фрески. Здесь действительно борьба русских воинов за единую Русь. И большое очень значение имеет в этом произведении сакральное изображение. Здесь еще вот обращаю ваше внимание на то, что Казанский Кремль показан очень интересно. И здесь доминирует вот эта башня Сурьюмбике, известная.
и по преданию, и по тем текстам, которые существуют в обиходе Рерихов, род Голеничева-Кутузова и Елены Ивановны, ее метафизическое, ее метаисторическое прошлое связано с этим образом, с Оренбекеем и с Казанью. Поэтому Казань – это одно из самых таких сокровенных для Рерихов мест. И для Николая Александровича тоже, не только для его супруги. Мы, когда подходим к Рериху, мы можем оставаться в плоскости такого материалистического представления, я бы даже сказал, профанного представления о реальности. Но с Рерихом так не получится. Иначе не понять многие мотивы их произведений. Они, когда что-то писали, творили, они знали какие-то еще вещи, которые традиционно сейчас называются метаисторическими, или паранормальными, или, может быть, из тонких каких-то пластов мироздания, из ноосфер. Простые, ну, достаточно качественные искусствоведы, они не всегда могут это отследить и понять. Но это нужно учитывать. Значит, не понять очень многое. Нету связи в этих исследованиях с настоящими мотивами, которые двигали рукой художника. И речь сейчас не идет ни о спиритизме, ни о каких-то вызываниях духов умерших. Это речь идет о более глубоком, комплексном понимании истории, которая была у Рериха. Не зря же есть история, которую мы читаем в письменных источниках, в архивах, а есть еще какая-то история. Вот ее называют метаисторией. И как бы ни было трудно в научных исследованиях это соединять, но это неизбежно. Это время приходит к тому, чтобы это учитывать. В данном случае, вот говоря о Казани, невозможно не вспомнить и о Державине, который правил Казани, и также о связи Рериха с Державиным, и о Елене Ивановне, которая одно из воплощений связано с Казани, и даже не одно, а два. В общем, когда смотришь на это произведение, которое буквально все насыщено людьми, орнаментами, какими-то подробностями, понимаешь, что это не случайно. Не случайно, наполнено. Но, в принципе, согласитесь, если бы такая панно или фреска украшала здание Казанского вокзала, было бы прекрасно. Ведь задача этого вокзала была показать, как Россия двинулась на восток, а с другой стороны, как она встречает восточных гостей. И поэтому это взятие Казани, а не покорение. А когда что-то берешь, ты же за это отвечать начинаешь. Ты же начинаешь это любить. Ты с этим живешь. И вот сколько бы я ни вглядывался вот в этот как бы бой, я вот здесь вот не вижу боя. Вот это какая-то встреча, культура, даже диалог. Хотя у всех мечи, один всадник даже замахнулся мечом, но вот как-то на какой-то ожесточенный, кровавый, тяжелый бой это не тянет. Здесь наоборот, узорочие, орнамент, радость, вот это присутствует. Хотя, опять же, на заднем плане мы видим и шатры, и кресты. И видим вот в этой части, прямо под стенами города, да, как происходит битва. Разные полки друг на друга надвигаются. То есть все это присутствует, но оно становится таким лопочным, как бы не настоящим, как бы уже сказочным. И все-таки главное – это то, что вот соединение встречается. Две культуры. И это не противостояние, а это скорее диалог. Ну вот интересно, правда, изучать такие произведения за пределами России. Вот эта книга, можете ее подержать в руках, но больше не раскрывать, она очень, к сожалению, такая тяжелая, но очень аккуратная. Если хотите полистать, мы всегда приносим на наши лекции какие-то подлинные предметы из наших фондов. И в данном случае это подлинный предмет. И, наконец, вот четвертое произведение из собрания Национальной галереи Армении – это «Путь великана». Это действительно огромное произведение по размеру 166 на 213, больше полутора метров высотой,
и шириной больше 2 метров. Это большое произведение, очень. На всю стену, вот здесь, нашего зала. И оно впечатляет своим особым таким содержанием. Здесь, вот на этом произведении, есть несколько моментов спорных. Оно в музее, опять же, датируется 10-м годом. Что, в общем-то, соответствует тому, той информации, которая содержится в источниках. Но, обращаю ваше внимание, опять же, Александр Павлович Иванов датирует это произведение 14-м годом. И здесь никаких сомнений нет, что это действительно 14-й год. Почему? Вот посмотрим в списке произведений монографии Рерих 16-го года и у Эрнста. У монографии Рерих 10-й год, здесь есть, смотрим, «Путь великана», «Темпера» не окончено. 14-й год, «Путь великана», просто существующий, что существует. Теперь у Эрнста, опять смотрим, 10-й год, «Путь великана», находим, вот он, «Темпера» не окончено. И, опять же, под 14-м годом «Путь великана», как существующий. То есть, получается, что в первом, во втором случае отмечено начало создания этого произведения, а у Иванова записано окончательно, когда оно было создано. Скорее всего, здесь речь идет не о двух разных произведениях, и не о том, что первое было уничтожено, а второе сохранилось, как пишут некоторые авторы, каталогизаторы, а о том, что было одно произведение, но оно создавалось длительное время, по какой-то причине. А начато оно было в Гапсале, в Хапсале, в 10-м году. И свидетельством об этом осталась вот эта информация, которую я вам сейчас показываю. А альбомчик маленький, который сохранил Людмила Степана Митусова в своем мемориальном собрании, он поступил, этот альбомчик, на музей. И там, в этом альбомчике, очень много рисунков лет 10-го года. То есть они все относятся к лету 10-го года. Большая часть относится к Великому Новгороду по времени создания, по месту создания. И вот эта личина тоже относится к рисункам той части альбома, которые были созданы на городище во время раскопок Рериха на Рюриковом городище под Великим Новгородом. Он очень много времени на раскопках уделял, как ни странно, небу. И у него была связь прямая. То, что в земле, то и на небе. И даже он говорил в письме Волошину об археологии облаков, что вообще соответствует античному философскому восприятию реальности. Для того, чтобы узнать будущее, надо смотреть на небо, а прошлое в земле лежит. Но нужно и это тоже знать. И это все соединялось в сознании Рерих. И вот он, будучи на раскопках, открывает, поднимает голову, глаза и видит вот такую замечательную личину. Видите? Здесь самое главное отметить это. В это же время он работает, надо уже думать, над весной священной. И первый вариант эскиза декорации «Великая жертва» тоже относится к 10-му году. И он тоже возникает. Здесь вот еще, вот видите, вот в этом эскизе, который хранится в Киевском собрании Уманского, здесь вот такой холм. Если приглядеться внимательно, и также если посмотреть еще другие рисунки этого альбома, это не простой холм. Это холм с лабиринтами, то есть с камнями, которые выложены по кругу определенным образом. То есть сакральный холм, не погребальный холм, холм, где совершаются какие-то обряды, действия. И, естественно, ему понадобилось эту личину связать с такой сакральностью, такой священностью. И «Весна священная» — это фактически не балет, это восстановленный обряд. Ну, восстановленный, исходя из его прозрения, исходя из его интуиции, из каких-то знаний. Вот эти каменные круги он обнаружил в юго-западном, в южном Приильменье, недалеко от Старой Руси. Конкретное есть место, оно изучено. Археолог Каневский написал об этом статью, но Рерих его первый обнаружил. Сначала считали, что эти так выкладывали основания будущих сов. Но когда обратили внимание, что это не просто выложенные по кругу, а какие-то определенным образом выложенные круги, пришли к выводу, что все-таки это не погребальные и даже не заготовка для погребения, а какой-то действительно сакральный объект. Рерих обращал внимание на такие объекты.
Он изучал молитвенные горки, еще будучи гимназистом, и зафиксировал на Ижорском плоту несколько таких объектов. Поэтому и на это он обратил внимание. Ну и тут дальше вот интересная происходит вещь. В случае с Рерихом художник очень органично дополняет ученого. Но художник не дает себе волю, пока ученый не сказал своего основания. Поэтому все рериховские интерпретации, кто-то говорит реконструкции, кто-то говорит гипотезы в виде картин, имеют очень хорошо продуманную базу. Они имеют какой-то смысл. Вот так у него знание, точная информация ученого трансформировалась в художественное прозрение, в метаисторию. Потому что это не исторический период, это уже каменный век или, может быть, мезолит. Но это тот период, когда никаких письменных источников еще нет для нас с вами, не сохраняется. Интересно, что эту тему он потом захочет развивать. И он хочет отойти от театрального эскиза, убирает эту личину с театрального представления и переносит его на путь великана. И вот позвольте я вам зачитаю то, что написала Сереброва в журнале «Восход» в 2006 году. «Русские богатыри, о которых сложно так много легенд, сказаний, былин и песен, совершали свои подвиги в труднейшие для Руси времена нашествий иноплеменных завоевателей. Половцы, печенегов, татаро-монголов. Именно в этот период возникли знаменитые легенды народных героев-богатыря. Весть о них распространялась из уст в уста. Путешествующие певцы и сказители складывали о них песни. Со временем эти истории приукрашивались рассказчиками, обрастали новыми подробностями. Но происходило это вовсе не из желания обмануть или что-то исказить, а исключительно от восхищения подвигами героев, от почитания любви к ним. И тот, кто приукрашивал правдивые истории, сам верил в эти красивые подробности. Шло время, и такие рассказы превращались в былины, легенды, сказания, в которые был заложен особый смысл, как воспитательного, так и вдохновительного характера, то есть вдохновляющего других людей на благородные поступки и подвиги, а также вселяющую веру в победу добра над злом, веру в то, что справедливость возможна не только на небе, но и на земле. Нередко бывало так, что в одной легенде совмещалось несколько историй, произошедших в разные эпохи, но сведенных воедино благодаря народному воображению. Так, рассказывая о богатырях времен татаро-монгольского нашествия, времен зарождения христианства на Руси, этим богатырям нередко приписывали огромный рост и невиданную силу, словно это были не просто богатыри, а великаны, каких свет не видывал. Насколько невероятным является существование великанов? Как указывает Елена Петровна Блаватская, великаны действительно обитали на нашей планете. Почти в каждой мифологии, которая прежде всего из древней истории, великаны играют выдающуюся роль, пишет она. В Корнуоллесе и в Древней Британии предания об этих великанах чрезвычайно обычны. Говорят, что они жили даже до самых времен короля Артура. Если мы обратимся к Новому Свету, это дальше Блаватскую цитирую, то мы имеем здесь предания о расе великанов из Тарика на восточных склонах Анд и в Эквадоре, сражавшихся с богами и людьми. Славянские страны, особенно Россия, изобилуют легендами о богатырях, мощных великанах старины. И песни, наиболее архаические предания говорят о великанах, живших в старину. Итак, мы можем безопасно отбросить современную теорию, которая хотела бы сделать из титанов простые символы, изображающие космические силы. Они были настоящими живыми людьми, будь то 20, либо только 20, 12 футов рост. Даже герои Гомера, которые принадлежали гораздо более недавнему периоду в истории рас, по-видимому, употребляли оружие и носили доспех размерами и весом не под силу самым сильным людям настоящей эпохи. Это вот пишет Елена Петровна Блаватская. Также она пишет, что среди памятников древности найдено немало гигантских сооружений, встречающихся почти на каждой широте, и нет такой страны, в которой они отсутствовали бы. Это вот ее цитата из ее сочинения. Названия некоторых гигантских доисторических памятников говорят сами за себя. В Германии называют могилами великанов, в Сардинии могилами гигантов. В Малабаре, в Индии, они называются могилами доитиев, то есть гигантов. Афанасьев пишет, если бы даже не имели никаких иных данных, кроме поэтического сказания о Святогоре, то одно это сказание служило бы неопровержимым
доказательством, что и славяне наравне с другими родственными народами знали горных великанов. У Рерика, это дальше продолжает Сереброва, есть несколько картин, посвященных великанам. К этой тематике он возвращается практически на протяжении всего своего творческого пути от начала века до 40-х годов 20 века. В названии большинства этих работ, созданных иногда в двух вариантах, присутствует само слово «великан». Это «Могила великана» 8-го года, «Великанша Крингер» 14-го и 15-го, «Путь великана» 10-го и 14-го, «Конец великана» 17-го, «Страна великана» 18-го и 19-го, «Великан» 40-го и 43-го. И далее она заканчивает. На картине «Путь великана» показано нагромождение огромных камней. В картине «Великанша Крингер» Рерих использует сюжет, характерный для северорусских героических эпосов, превращение богатырей великанов в камни. Согласно преданию, богатыри в конце жизни превращаются в огромные каменные глыбы, то есть окаменевают. Так в былине «Камское побоище» поется: «Они бились, дрались трое суточки, и они все тоже и сил, да все повыбились. А как они тогда же все богатые, как подъезжали то ко стенам, да ко каменным, а какой придет тут, да тут же все окаменят». Вот, в общем-то, такой круг образов, таких круг понятий вызывает эта картина. Но нужно отметить, она здесь очень кстати на Кавказе оказалась. Потому что на Кавказе тоже есть предание великана. А Нарский эпос знаменитый, это же эпос от великана. Поэтому оно воспринимается по-своему здесь. Но опять отмечу, географические, можно так сказать, палеонтологические и геологические, это, конечно, берег Балтийского моря, это Хабсалу, это Эстония, ну, можно сказать, наша территория, где мы с вами находимся, да? Но продолжалась картина, создавалась в течение длительного времени, соответственно, тут и обрядовость весны священной нашла свое отражение, и личины Рюрикова городища, то есть славянское вот это восприятие. Поэтому то, что пишет Серебров, в принципе, все имеет право на существование. Но то, что великаны каменевали, Рерих представлял это постоянно. И еще даже у него, вот если вы помните, была ранняя картина, диптих «Утро богатырства Киевского» и «Вечер богатырства Киевского». И там, видите, в конце богатыри от страха, которые каменевали, они забоялись и окаменели. Ну, так что это вполне Рериху было понятно и знакомо. Вот такая интересная большая картина. Ну, в Ереване есть еще один музей. И это совершенно замечательный музей. О нем, конечно, гораздо меньше сведений, потому что он, в общем-то, основан на личной коллекции профессора Рама Яковлевича Абрамяна. Основан он недавно, относительно, в 80-м году. Называется «Музей русского искусства». Вот в этом музее хранится 4 произведения, но, к сожалению, у меня нет изображения 4-го. Я вам сейчас демонстрирую только 3. В музее выставлены работы очень интересных русских художников, в основном мир искусников или близких к ним художников. Вот такой был замечательный доктор Арам Яковлевич Абрамян. Он прожил почти 92 года, большую жизнь. Скончался в Москве, известный врач-уролог, доктор медицинских наук, основатель большой школы медицинской, руководитель урологической клиники Московского областного клинического института, герой социалистического труда. У него было более 350 работ, которые он подарил родному городу, родному народу своей родины. Вот что он говорил: «Я хочу, чтобы как можно больше людей все это видело, ко всей этой красоте приобщалось. Я знаю, как в Армении любят, как понимают и ценят великую русскую культуру. Знаю, и именно поэтому завещал свое собрание Ереван». Музей был открыт, интересно, практически в тот же год, что и музей Рериха в Израиле. 19 ноября 1984 года, только Рериха в Израиле в июле был открыт, а это осень. И называется он, еще второе название у него, «Коллекция Абрамяна». Есть сайт у него. Вот информация на этом сайте дается, режим работы,
Вот здесь и сказано, что здесь представлены работы таких художников, как Коровин, Силов, Сомов, Борисов, Мусатов, Рубель, Нестеров, Кустодиев, Бенуа, Гончарова, Петров, Водкин, Рерих, Головин, Лансере, Волошин, Фальк, Кончаловский, Кузнецов, Лютулов, Сарьян, Семрякова, Судейкин, Тышлер и других. Прекрасный набор. Елена Пантелеевна Яковлева в свое время подарила нам каталог этого музея, на странице библиотеки. И в этом каталоге есть вот такая страница, где написано вот 190 номер, 191, 192, 194. Архаический пейзаж, тюрьма в башне, облако и знак. Здесь описание, размеры данные. Я не буду вам их повторять, но, скажем, можно будет повторить в соответствующем месте. Вот тюрьма в башне. Это эскиз к драме «Принцесса Мален» Мориса Метерлинка. Неосуществленная, к сожалению, постановка на сцене Свободного театра в Москве. Относится к 2013 году. Картон ваш. 40 на 44 сантиметра. Достаточно небольшой эскиз, но очень интересный. Таких произведений очень много было создано Рерихом для этой постановки. Ему очень нравилось творчество Метерлинка. И уже в дальнейшем за границей он с ним познакомится и даже будет общаться, переписываться, и Рерих войдет в число тех людей, которые поддержат парк. Не Рерих, а Метерлинк войдет в число тех, кто поддержит парк Рериха. Вот такое замечательное произведение, которое точно не установлено дотелковкой, его архаический пейзаж. Здесь опять обращают внимание личинки. Вы видите, да, на холме, который, несомненно, сакрального значения, таким образом расположены почва и камни, и трава растет, что Рерих видит здесь личину. Она оживляет этот холм, она делает его сакральным, опять же, одухотворенным. Замечательное произведение, точно не установлена дата. Называется тоже, я думаю, условно «Архаический пейзаж», потому что нет авторского названия. А эта работа называется «Знак». Такое ощущение, что они две пары, потому что выполнены примерно в одно время, в одной манере, темперы. Знак, вы видите, слева указатель, скорее всего, межевой знак, то есть границы. У Рериха была картина «Граница царства», и он хорошо знал о таких знаках на Ижорском плато. Вот лично мне удалось увидеть один такой знак недалеко от Тосна, в районе Шапки, в деревне. Он, я знаю, где он лежит, но его нельзя никому показывать, иначе он исчезнет. Он лежит во враге. Его поставили шведы в свое время. Вот такая интересная Армения, Ереван. Столько интересных картин, столько интересных поводов говорить. Все картины, которые собрал Абрамян, они тоже относятся к прошлому, к нашему, можно сказать, прошлому очень глубокому. И мы здесь не видим людей. И вот на картине «Путь великанов» тоже нет людей, но чувствуется присутствие какой-то пульсирующей духовной культуры. Одухотворенный пейзаж. Рериха назвали мастером доисторического пейзажа. Он изображает природу, но видно влияние человека, уже присутствие духа в этом пейзаже. И вот на этих произведениях это чувствуется. Вот такая история. Пожалуйста, задавайте вопросы, если у вас есть. Я отвечу, что касается Еревана. Панота в Казани. Вот вообще не было сделано большого? Нет, нет, было сделано. Было сделано, но история с ними очень тяжелая, с этими панно. Все чеприкеженцы. И панно, вот это тоже было сделано как панно. Взятие Казани, они были долгое время в распоряжении Академии художеств, и по воле директора, даже не ректора, я не помню, как точно его должность называлась, может быть, комиссара Академии художеств, советский уже период, было разрезано на мелкие кусочки, уничтожено. И роздано учащимся для работы, чтобы на обороте они могли там что-то свое писать. То есть вот этот вандализм произошел по вине вот этого масла, которого за это, кстати говоря, советская власть судила потом, когда выяснилась вот такая вещь, что он взял и использовал это как материал. А это хранилось просто в музее, это было ценно.
Это было нужно сохранить. В рулоне лежало в большом размере. Ждало своего часа. Если бы оно сохранялось, может быть, бы и прикрепили бы в итоге. Или, по крайней мере, использовать можно было в каких-то выставках со временем. Потому что Рериха, конечно, многие работы были выполнены в очень большом размере. Вот сейчас еще сохраняется в Лондоне задник его для князя Игоря, половецким плясом. Огромная 30-метровая декорация. Задник. Ну, это половецкий стан сохраняется до сих пор. То есть уже прошло больше 100 лет, а оно все еще целое, сохраняется. И кто бы мешал это сохранить, это было бы прекрасно. Вы все бы увидели, какой он мощный монументалист, как он все это видел, представлял очень хорошо. Вот. Ну, картины, видите, разные, интересные, и многие связаны с Кавказом, какими-то удивительными нитями. Кстати, сейчас у нас открыта в Пятигорске выставка под названием «Рерихи и Кавказ». И вот я использовал в своей презентации материалы одного из баннеров этой выставки. Есть на этой выставке отдельный раздел, посвященный наследию Рериха в музеях Юга России и Кавказа. И отдельное место уделяется Ереван. Все могут посетить эту выставку, увидеть все практически произведения, которые я сегодня называл на этой выставке, и некоторые в полноформатных фоксимильных репродукциях. Так что приглашаю в Пятигорск, краеведческий музей. Там не подняли. Нет, это все копии репродукции, но достаточно крупного формата, для того, чтобы вы могли просто оценить прекрасное творчество Рериха и его связь с Кавказом. Это тоже присутствует. Так что это одна из таких очень... Выставки? Вот у нас планируется сейчас открытие выставки «Рериха и Литва». Буквально в этом месяце открывается. В конце? Нет, в середине. Я сейчас, по-моему, 16 декабря у нас открывается. Но это надо уточнить у нас на сайте, посмотрите. Так что милости просим и в Пятигорск, и к нам. И на следующую лекцию приходите, у нас через неделю лекция, уже в биографическом цикле. Она будет посвящена сотрудничеству Николая Рериха с академиком Радовым. Все, спасибо за внимание. Спасибо.